Всем здорово! Сегодня мы получили очередную партию восковок, которую заказали с сайта. В такой коробке пришло. Вот так запаковано. Какой-то пластик. Вот здесь лежит 3 восковки. Заказывали мы больше. Вот мочалки такие. Хорошо упаковано, в принципе, чтобы они не поломались, не побились в пути. Вот фишка такая, упаковывать вот скотчем. Я, конечно, не знаю, зачем это сделано, но вот так оно запаковано. Вот сколько уплотнительного материала внутри. Человек все-таки позаботился о наших восковках, чтобы с ними ничего не произошло в пути. Так, будем смотреть, что же у нас здесь есть. Первая восковка – это крест. Он очень качественно сделан. Вот ушко. Детализация просто круть. Все детальки видно. Мне нравится. Так, дальше Петровский рубль. Еще один. У нас такой уже один есть с прошлой посылки. Это еще один. Заказывали его, ну, человек заказывал. Это екатериновский рубль, похоже. Такой вот он четкий. Это золотые 5 рублей. Царицы Катерины. Мы будем отливать из золота их. У нас будет 2 отливки такие золотые. Вот первая и вот вторая. Вот 3 рубля царя Николая, скорее всего. Такая вот маленькая монетка, она тоже из золота должна быть. 1874 год. Вот такой вот ауреус. Красиво выглядит. Видно следы от штемпеля, похоже, который был. Здесь вот золото вот так вот разлазилось под штемпелем, даже следы видно, как оно расходится. Мужик нарисован с бородой такой, ну, симпатичная монета, очень симпатичная. И вот такой вот кулон в виде еврейской звезды, так он сделан. Вот этот крест мне больше всего нравится. Он современный, похоже, но выполнен достаточно оригинально, очень хорошо сделан. Вот эти пакетики мы потом используем для каких-то других целей. Пусть будут, они всегда пригодятся. Сложность заключается в том, что за одну отливку мы можем отлить одну большую монету. Почему? Потому что у нас всего одна большая опока. То есть, чтобы отлить вот эти 5 монет, нам нужно сделать 5 отдельных отливок. Ну, конечно же, с ними мы будем совмещать вот эти две, допустим, вот эти две, ну, и, возможно, еще потом закажем восковки, или будем же по одной отливать по возможности. С вами был Тапок на вписке, не подписывайтесь на наш канал, ставьте дизлайки. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.